Раз, два, три, четыре, пять. Пять, 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 пять. Такс. Ну что не так, а вот что не так. Монитор. Погнали. Всем добрый день. Да, ну вот, вот, вот мы здесь. Ну, пройти. Пройти, пройти. Need for Speed. Прокатиться, прокатиться, скажем так. Вот. Так, ссылочку на Discord. Всем добро пожаловать на стримчик. Ну что, погнали, прокатимся. Осталось-то, в принципе, всего чуть-чуть. Времени всего постоянно не хватает, но, блин, скоро, надеюсь, будем чаще здесь. Так, у нас что? У нас BMW после последней гонки. Здесь еще остался BMW. BMW. 46 М3. Это прям, я бы сказал, пушка-гонка. Надо чуть звуку... Вот так вот звук убавить, чтобы я не оглох. Так, времени у нас много, к сожалению, нет. Но сколько есть, мы сейчас тут, соответственно... так. Блин, вот, чтобы не проспать, я поставлю будильник. Ну, потому что надо будет ехать. Реально, блин. Уже полтора часа собираюсь врубить стрим. Врубил. Врубил, подрубил. Там, называйте как. Так, звук, надеюсь, есть. Я сейчас сам себя пока не слышу. Так, вот так. Врубил. Да, вроде есть. Раз, два, три. Врубил, подрубил. Там, называйте как. Есть, есть звук. О, Василий, здравствуйте. Лайкос, да, спасибо большое. Тебе тоже лайк. Так. У нас... Что здесь вообще происходит? У нас здесь есть много гонок. Я не знаю, почему у них восклицательный знак до сих пор стоит. Я уже много что прошел, прохожу, прохожу, и все равно почему-то здесь какая-то, ну, непонятная происходит тема. Так, подожди, сейчас нам клавиатуру правильно поставить, чтобы было удобнее. Кофейку заварил. Соскучился. Вот я вот так давно не играл вот Need for Speed. Прошло, скажем, сколько? Две недели прошло, три. Последние выходные я включил. Я даже забыл, как нормально на машине ездить. Врезался в каждый повороте какое-то в здание. Вот, так давно не было стрима, что забыл, как автомобилем управлять. Вот. Погнали. Опа! Здорово! Тот самый Тим Тимыч из фиксиков. Здорово! Ну, я буквально на часик сейчас, потом вечером продолжим. Потому что мне надо... Мне надо в 3 часа это самое... Ребенка собирать в садик. Я так просто... Может, как для спортивного интереса. Один сегодня поехал. Ты захочешь подсоединяться, если время есть? Ну, я как понимаю, ты еще не дома. Спасибо большое. Я что, знаешь, так, чтобы не забыть, как вообще эта игра работает, думаю, врублю чуток на часок. Ну, сейчас даже врубаюсь. Сейчас надо разогреться. Разогреюсь, а потом придется игру выключать. Ну, а у меня сегодня, кстати, по классике было вообще. Ты еще в командировке, все, понял, понял. Спасибо, все равно все забежал. Ну их командиров... Ой, я плавать пошел. Командировка есть тоже свои плюсы и минусы.
не говорю, сейчас вот для разогрева вечерком обязательно еще продолжим. Он со мной. Вот это да. Здравствуйте, гонщица Натали. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, что забежала в гости. Да, я вот в планах вот таких вот прямых трансляций, лайвстрим давно не было. Времени вообще пока нет. Сейчас этот мотосезон начинается. Сижу последние, можно сказать, уже, можно сказать, из архива 23-го года видосы, последние клипы монтирую, заливаю на канал. То есть два раза в неделю ролик выходит. Там, вторник, суббота или среда, суббота. Я сейчас точно не помню, так что... На канале Драйвер, конечно же, да? А здесь чисто вот такое вот игровое. Наш останется Ford Fun. Здесь все вот такое вот. Как Just for Fun. Just for Fun. Просто веселье. Вот здесь для спортивного интереса включил. Ну вот, 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 вот. Начинаю опять привыкать к управлению BMW. Она, в принципе, классно. Вот на такой бы автомобиль вообще в город выехал. Все, блин, все блики бы добыли на мою тачку. Потому что этот прям уже такой классический воин. Вот этот M3 от Most Wanted. Прям вау. Все, первое место, изи. Хотя, я говорю, вот после нескольких недель паузы в районе Need for Speed прям было непросто. Я говорю, на последнем стриме сшибал каждый столб. Я во время стрима еще включал на запись, соответственно, сделают еще нарезочки, будут веселые. Сейчас тоже, я не знаю, как вот. Кстати, стрим лагает, нет, там что-нибудь дергает, не дергает. Подскажите. Сильно наблюдать не могу, нигде ничего не просматривается. Надеюсь, что все хорошо. Потому что я сейчас тоже поставил на запись, опять же, для того, чтобы был контент. Поедем, прокатимся. Пройдем, просто пару гонок пройти. Первое место занять, так сказать, разогреться. Прокатиться. Так, конечно же, кто вот в курсе, кто на стриме, кто нет. Ну, по идее, план был сегодня еще на игру Among Us. Именно сегодня. Опять же, это будет очень поздний такой стрим, я думаю. Потому что есть план еще сегодня мне приготовить ужин. Вчера одну классную штучку приобрел. Буду сегодня готовить дома ужин. А потом уже попозже, вот это был удар. Попозже, соответственно, будет стримчик. Так. Это гонка? Да. Врубаем ее. Спасибо всем, кто находится на трансляции. Так сказать, ваше свободное время уделяете. Не забывайте про комментарии. Под стримом тоже можно коммент написать попозже. Да. Так что, не знаю. Among реально было бы неплохо. Компашка, веселая игрушка. Такая именно кооповская. Хотя, это Need for Speed тоже у нас такая уже стала более кооповская. Сегодня, можно сказать, первый раз за полгода, когда я сижу в одного пока еще в этой игре. Обычно мы здесь уже 2-3 и более человек. То есть уже дошло там что-то 5 человек у нас тогда было, да? Пики. Ну, прикольно, то есть в такой в гонке, причем, да, не стрелялки там какие-то там, не этот, не покер, а именно в гонке. Так. Миша, кстати, вчера скидывал, да? Видел, Тимур, сколько там всяких, блин, скидок. Но опять же, когда их брать, когда это все играть. О, Dark Fox, Саня, здорово. Need for Speed Unbound начал играть. Как тебе, кстати, как тебе Unbound? Ну-ка давай. Здорово. Да, Need for Speed Unbound. Много кто начинали, но... кто-то ее просто включили, прошли и забыли, а кто-то прям подольше играет. Да, вот как вот у нас здесь вот тоже застряло. Но Unbound — это докрашенный хитяра.
Как тебе Unbound? Как твои впечатления от этой игры? Привет, Португалия. Кстати, вот сегодня с человеком один про Португалию рассказывал. Он был на той неделе в Португалии. И тут ты. Ты прям чувствуешь. Мне прям самому же захотелось туда. Он там недельку он там загорал. Приехал прям довольно-таки уже в наше такое прохладное весеннее время уже приехал с загаром. Прикольно. Спасибо, что забежал. Всем салам. Серега, здорово. О, Серега. Саламчик. Так. Как дела у вас? Как у вас дела? Да, напишите, как у вас дела. У нас потихоньку. А нового... Из нового только одно. Скоро будут весенние каникулы. На улице вот новенькая у нас дождь начинается. Загар — это круто, да. Я сам удивился, когда человек в начале марта, конец февраля, то есть в Португалии загорел. Говорю, блин, тепло, значит, там, да? Что я в эти времена года в основном или в России, ну, или в Германии был, а так, чтобы прям, как другие все туристы, улетают там в Испанию, в Португалию, в Турцию, в Таиланд, чтобы, ну, для меня это дико в феврале, когда тепло. В Африку. Так в Африке тоже, как бы, ну, Африка — это Африка такая. Африка — понятие растяжимое. Куда именно? У меня вот несколько коллег из Африки есть, и Африка — это такая штука, но, как говорят, медфорзист, аккуратно надо с Африкой. Фокс, здорово, Саша, Сережа, всем приветики, да. Всем приветики, пистолетики. Так, то я тут так решил пару пройти. О, я еще здесь даже не был. Пройти пару... Просто для галочки пару треков пройти здесь. В принципе. А потом Египет. Ага. Может, Африка, блин. Кто-то в Занзибаре кто-то был. Кто-то вот у меня вот Нигерия там. Или я вот в Тунисе был. Ну, то есть это север Африки. Там, конечно же, прохладно. А там где-нибудь в середине там свои приколы. Конечно же, там потеплее. Но опять же, у нас в Германии тоже виза. Да ладно, серьезно. Откуда ты знаешь? Германия нормально. Еще по сравнению с некоторыми другими странами. С погодой, конечно, привыкнуть надо. В этом году мне зимой не хватало здесь снега. Честно, я прям несколько лет назад, когда была корона, вот эти все ковиды, вот эти проблемы все эти, у нас снега было в вагон. Сейчас, блин, снега не было. В Африке крокодилов меньше, чем в зоопарке. Крокодилов всех перевезли с Африки в зоопарк. Ну, не весь, много-много. Но люди тоже хотят нормально жить и, соответственно, тянутся к чему-то хорошему. И с собой еще привозят грязные носки. Да. Африка, блин, очень большая, очень. Да. В Ялту. А где Ялта находится? Ялта же не в Африке. Сережа в Африку собрался. Вот в Египет мне, в принципе, вот уже пару раз предлагали, но тоже говорят, аккуратнее быть, ну там в плане гигиены в Египте, как бы, то еще себе. А так все прикольно, там вот Красное море, вот в Египте, вот интересно было бы. Ты же, Серега, был, да, в Египте, получается? Я только понаслышке, но вот мне интересно Красное море. О, да, кстати, а какая у тебя погода сейчас там, Наталья, в Ялте? Если там сейчас 30+, тогда можно. А если 15, тогда у меня в Германии сейчас тут 20 у нас тут. Зачем мне, блин? Если у тебя тридцатник, чтобы загореть можно было, как в Португалии. 15 у тебя? У меня 20 на улице, извини, пожалуйста. Нет, я дома буду. Тогда сегодня нет. Вчера вообще варился, блин. Вчера, я говорю, я домой вчера возвращаюсь. 20 градусов тепла, солнце жарит прям. И такой, че, блин? Ну, март. 14 марта, у нас вчера 20 был. У нас вчера прям вообще до того тепло было. Я в шоке был от этого, от погодных условий. Если честно, ну, для марта, как бы, да? Вот. Хотя, когда такая в марте вот так тепло,
В апреле, блин, зальют дожди, это я знаю. Да, вот, Красное море, Серега, вот именно, вот за Красное море мне все говорят, с водой там аккуратнее надо быть, там где-нибудь попить водичку надо быть аккуратнее, чтобы в туалет будешь бегать как спортсмен. А вот Красное море, блин, а если еще и нырнуть там, на рыбок посмотреть, да, вот этот вот, вот это вообще прям, ай. Я пару видосов видел, у меня родственники были, и они ныряли в воду туда, ну, прям как на Таухан, да, ныряли. И видео записывали. Это, конечно, прям бомбезно. Прям классно. Прям надо самому попробовать. Теперь мне тоже загорелось. Я плавать научился. У меня теперь это прям тоже горит. Интересно было бы. А вчера, блин, после работы с бассейна тоже полчаса веслами греб. В сауне попарился. И домой вернулся, как будто этот... Как будто на работу ездил, знаешь, хотя в бассейне прям отдохнуть чуть-чуть. Давай, Бэха, давай, БМВ. Море холодное, да. Красное море не холодно. В Ялте, наверное, да, у тебя холодно. Ну, 15 градусов на улице, это, конечно, еще очень свежо, я бы сказал. Ну, надо подождать, все это нагреется. Потом, соответственно, можно было бы уже... загорать и в море нырнуть. А вот Красное море, говорят, ну там парное молоко. Ага. Олежек, я даже не знаю, где, ну, на карте Ялта. Надо посмотреть на карте будет. Где-то там вот... У тебя Сочи там уже недалеко, да? Получается, Ялта. В ту сторону. В сторону Сочи надо смотреть на карте, да? Ты знаешь, что ты на югах? А вот сильно никогда не уточнял, потому что родился-то в Сибири, как бы, ну, на в Сибири жили, нам какая Ялта, да, там, выживали. До Ялта времени не было. Солнечная Ялта. Да, летом, я смотрел, летом, когда ты в ложике записывал, конечно же, блин, типа, солнышко светит. А у вас, кстати, Наталья, часто дожди идут в Ялте или нет? Или больше солнца, чем дожди? Процентуально вот так вот. Сколько вот? 60 на 40? Или 70-30? То есть больше солнца, чем дождей. Это тоже такой фактор, конечно же. Если Ялта еще получит как курортный вот этот регион. Круто. Я на финише. Я приехал в Ялту. Ура! А, да. Второй раз. Да, я еду туда второй раз. А, еду, значит, ну, в этом году ты уже скоро, получается, опять поедешь, ну, в ближайшее время, раз написал «еду», это хорошо. Потому что все-таки... Ай, блин, давайте, наверное, на карту взглянем, что у нас на карте. В принципе, на карте у нас еще сколько не пройденного всего. Ё-моё, это просто... Можно ездить, не переездить. Говорят, там очень большая здесь вот карта, не маленькая. Сюжет хрень полная в этой игре, а карта большая. Солнечная Ялта. Наталья любит подразниться. Солнечная там, там летом, наверное, я могу себе представить так, градусов 35-36 плюс, так прям можно красное винишко какое-нибудь там или белое винишко. Солнце, море, пляж. Это хорошо, это прям надо. Особенно вот если зима такая вот, не очень погода была. То есть я вообще бы лучше, по мне бы лучше бы, чтобы был мороз. И нормально бы все это, бактерии все эти замерзали, снег. А летом уже, чтобы было нормально, трицон. А все остальное так себе. Привет, о, Юрец, здорово. Хорошо, Натуся, привет, отличное настроение. Взаимно, Юрец, тебе тоже отличного настроения. Позитивная, такой сказать, я бы сказал, даже пятница. Пятница, она вообще, знаете, пятница-развратница. Желаю тебе сегодня встретить в пятницу ту самую развратницу, о которой все говорят, но никто ее не видел. Отдохни, встреть ее, кайфани вместе с развратницей в пятницу. А ты все на этом масложоре гоняешь. Ну, знаете, Ауди тоже масло ест. Да, нет, эта машина прям такая. Это прям хрен с ним.
После каждого заезда 3 литра масла, знаешь, это уже называется масло не заменить, а просто наливаешь, у него все время свежее. Вот это круто. Да. Такая легенда. То, что. Спасибо большое. Аудиенс она пожирает. Ну вот, вот ты хоть честно написал, да? А то вот в основном, кто на Ауди ездит, ты что? У меня вак мой масло не ест. Конечно, заливайте мне еще сказки, рассказывайте. Конечно же, ест. Юрец, а вот та самая страстная пятница с полуострова. Солнечная Ялта, развратница. Наталья, муркусь. Наталья. Наталья, кстати, тоже у нас, знаете, она такая, вроде бы так тихо, спокойная, когда за рулем сидит такого автомобиля тоже. Я видел на ней еще гонщица, еще с большой буквы. Летит прям к финишу. Не смотрит, какие у нее там соперники, там на BMW, на Opel. Всех давит, как клопов, как говорится. О, Миша, здорово! Я так чисто для разогрева на часик, реально, у меня стрим недолго. То есть через полчаса мне нужно с этим всем. Где вам приостановить? Вечером обязательно продолжим в кругу гонщиков. Я сейчас так чисто разогреть мотор для вечернего заезда. Мне через полчаса нужно будет бежать, забирать моего младшего в детский сад. Как говорится, пятницу на часик раньше закрывается. Прям лететь. У меня сегодня на заводе как бы выходной. Я вот утром все дела свои переделал, вроде бы что запланировал, даже больше. Хотелось, честно, раньше начать стрим, честно, но, знаете, вот, когда начинаешь дома уборку, тормозов нет. И вот так вот, соответственно, шаг за шагом время пролетело. Я даже сейчас будильник поставил, чтобы не забыть пацана с детского сада забрать, а то потом пацана с детского сада не заберу. Мне кажется, мне придется спать в гараже. Надо смотреть, как говорится, честно, да? Все это. Миша, да, вот, кстати, Мишаня. Миша любит пиво, а Наталья вино. Сегодня реально пятница. Пятница она такая. О, армянского винца. Ну, вообще-то, ну, армянский там еще есть коньяк, да? Как я помню, еще есть такое. Такой напиток есть. Так, ну что-то там чувак уходит от меня прям серьезно. У меня какой-то автомобиль. Мне, скорее всего, мне придется взять за место этой BMW что-нибудь помощнее. Какой-нибудь Pagani, чтобы догнать его и поставить на место, потому что BMW M3 серии уже не справляется с моим соперником, но она, соперник мощный оказался. Но я тоже как бы не из робкого десятка, мы не даем расслабиться, мы, как говорится, дышим в затылок этому сопернику. А, блин, смотри, он кнап. Когда BMW в дрифте много очень теряет, а этот соперник, он как бы хорошо, он на асфальте, смотрите, прилип. Как это, да? Хорошо, он держит шины в повороте. Давай. Я должен его дойти. Давай. Пошел. Сейчас, чатик. Всеядный пожиратель Миша. Миша, сегодня вам хочешь поиграть или Need for Speed только, или пофигу? А, блин, ушел. Ладно. Я сейчас этот же самый круг возьму, только другой автомобиль. Потому что это уже реально для нее, этого BMW, было просто тяжело. Куда ему? Куда? Ну куда? Все, и в ралли можно. Пофигу. Ну я попозже, я не знаю, тебе завтра на работу надо, Миш, нет? Потому что я сейчас, пока туда-сюда, у тебя уже 8 вечера, а... Попозже я как после ужин приготовлю, покушаем, потом я вернусь опять за компьютер, и можно будет уже прям до глубокой ночи, когда у тебя уже будет утро, потом уже можно будет тут прям херачить, как говорится, ветер в харю, да, и мы тут на автомобилях можем вдвоем. Да, без проблем. Но Тимурыча еще нету, ты в курсе, да, он, Тимыч наш еще в разъезде, мне придется сейчас вот автомобиль менять. BMW, видишь, как ее прям, как стоячего, прям порвали. Я свободен, вообще. Все, пивка тебе для рывка, как говорится. Взял прям ту самую машину. Это
довольно-таки часто сейчас стал видеть этот автомобиль в Германии, хотя он, блин, он дорогой, но очень классный, мощный. Тот самый Porsche GT2 RS. Классная телега, реально классная тачка. Прям. Смотрите, она как со старта, уже она прям со старта рвет так, что прям вообще пушка-гонка. Вот я попытаюсь сейчас на этом автомобиле, конечно же, прийти первым. Не знаю, насколько у меня это получится. А я, кстати, начал гонку, не знаю, вроде бы та же. Смотри, как она идет. Вау! Ну все, теперь дело, как говорится, за мной. Да, у меня есть все шансы порвать соперника именно на этом автомобиле. Потому что я сейчас уже вижу, что этот Porsche творит. BMW в этих поворотах сильно при дрифте теряла, конечно же, вот эту всю скорость, мощь. А здесь надо, ну, я просто даже должен уходить с газа, то есть притормаживать. Porsche в этом плане, конечно же, да. Ну, техника здесь, конечно, я свободен как жираф. Это очень хорошо. Потому что я намекнул на Among, ну, кауповская игра. Много кто сможет присоединиться. А ты чё там стоит? Запускал или мультик? Чего мультик? Чё-то не понял. Какой мультик? Ты про чё сейчас? Я ничего никуда не запускал. Так. Смотри, как она... А я его прям догоняю, прям жестко. Не, отлично идет, отлично. Мне нравится, очень нравится. Мне приходится даже притормаживать в повороте, чтобы прям, ну, не улететь. Я сейчас в карьере, я сейчас, скорее всего, это карьера, наверное, называется. Ты хотел, сейчас, ну, я сейчас, видишь, я сейчас долго не буду, я через 20 минут уже должен идти. Я могу сейчас перейти на онлайн, я сейчас, скорее всего, соло у меня стоит, карьера, да. Теперь понял, что ты имеешь в виду. Сорян, тупо лю чуть-чуть, но ничего страшного. А я просто так зашел, думаю, да разогреться и пройти не пройденное. Так вот. Можно, конечно, онлайн включить. Все. Ну я сейчас эту гонку пройду. И зайду. Вон, ты сейчас, если зайдешь, давай. 20 минут. Даже 20 минут мы можем погонять. Вообще без проблем. Сейчас я. Нет сети меня, да. Значит, это соло. Блин, я проехал. Поворот. Блин, прям перед финишем, так. Зайду видосы, попишу после. А, ты видео делаешь? Фу, пофигу, ночь, день, как хочешь. Сейчас, блин, у меня теперь это не засчиталось, я третьим пришел. Ну, 20 минут можно спокойно сейчас вместе прокатиться. И сейчас я зайду в лобби. Сперва соединимся, давай. Зайди... Дискорд будешь вырубать? Подожди. Такс. Лобби. Кто там? Так, Миша, я вот этот, звоню тебе в Дискорд еще. Или у тебя... Что-то онлайн вообще долго заходит. Надо соединиться сперва, да?
Возьми в Дискорде трубку. О, у меня какая-то ошибка. Стоять! Ой, я здесь. О, у меня какая-то ошибка. Вот теперь я себя слышу. Алло? Да. Что-то у меня ошибка. Первый раз такую ошибку увидел в Need for Speed. Вылетело. Привет. Так, что за фигня? Что с ним не так? Как говорит Юрец? Всем отличная пятница. Пятница, развратница. Я тоже что-то игра вылетела. А? Или тоже что-то игра вылетела. Угу. Ну ж не только у меня. Яндекс отключил, чтобы тебя не слышать, и мне игра вылетела. Ха! Прикол. Потому что я тебя начал в двух местах сразу слышать. Вышел, отключая. Меня вылет. Двоится, троится. Блин, сегодня утром у нас такое солнышко было. Сейчас, знаешь, такое. Сделаю все дела, мотоцикл с гаража выкачу. Начал дома убираться, хоп, тучи, дождь пошел. Окей. Гараж открывать не буду. Ну и при дождении с детьми вообще не по кайфу. Потому что больше мотоцикл. На мотоцикле равновесие сложно держать? Нет. Почему сложно? Нет. Просто ты весь мокрый будешь, как лягушка, и... Не, я не про то, я про другое. Не, наоборот, как на велосипеде. Сложно, когда на месте стоит. Как он начал ехать, после 20 км в час, все. Спокойно. Ага. Это я подумаю о мотоцикле. Либо о велике. Хочешь права сделать? Да. Две вы что? Тоже будешь байкером. Потом ко мне приедешь. Блин, что такое? Need for Speed. Машина, город, машина, город, пробки километровые, блядь, надоедает. Конечно. На двухколёсном тебе по пробкам легче передвигаться иногда. Если, конечно же, автолюбители или водители, или как это там назвать, будут давать тебе в межряде передвигаться, то, конечно же, ты будешь на двухколёсном. Даже просто, если ты возьмешь не мотоцикл, а именно этот скутер, да? Ну, электровелобайк тоже как вариант. Ну да. Need for Speed завис, прикинь. Перезапусти. Что за прикол? Такого у меня еще не было. Ты его быстро... Как оно? Через Alt F4. Ну, через Delete. Страничку закрой. И открой. Да, у меня этот модус, Big Picture был модус. Где там, в Steam. Он сейчас пытается стартануть ее опять. Пойдет, не пойдет. Так вылезла на экране ошибка от Need for Speed. Я такого еще не видел вообще, такой ошибки. После этого она начала прям фигню всякую показывать. Понятно. О! Ты сейчас уже зашел в игру? Да я тебе приглашение уже шлю один за один. А, ну подожди, значит сейчас будет. Ну вот, у меня сейчас она только открылась. Да, внуча. Машинки там. Вот. Соединение. Во, вот сейчас... Сейчас, может быть, даже придет приглашение. Вот, пришло. Ура! Сейчас. Все, взял. Стартуй. День, ночь. Без разницы. Да. Ой. Ноги, жди ноги. Ножки, да, там. Ну да, да, да. Да?
У меня самый мягкий диван из всей, из всех комнат. Пришел к себе? Да, внук пришел. А внук пришел? Внук. По голосу сразу не понял, кто. Годика 2-3. Вот я сейчас такой вот... Вот только что сейчас с ним играли, он мне это... Бровь подбил. Ого! Ну что, день-ночь? Ты надумал куда? Давай день. Ну давай, я выхожу с гаража в день. Я забыл, где у меня машина находится. Дождь давно уже не включал, да? Да. Мне некогда было. Я вот на неделю сделал шортс. Мне Porsche. Вот, на котором я сейчас ездил. Но BMW у меня не потянуло. Я гонку взял 400+, и на М3 было тяжело мне догнать последнего гонщика. Там первое место. Очень тяжело. Да-да-да. Мне сейчас такого тоже с детском садике забирать надо. Так, ну я вышел из гаража. Выполз. Так, сейчас. Что, пригласить тебя сразу куда-нибудь? Где Биби? Где машинка? Так, чё? Я поехал на гонку. Хорошо. О, барин, здорово! Здравствуй, наш уважаемый и прекрасный барин. Антон, вечер добрый. А, день добрый, у тебя ещё день. Какой вечер? Там видишь, уже скоро вечер. Всё, я выехал. Ну, я поехал, сейчас тебя приглашу. Две недели была пауза, вот сейчас вот неделя здесь опять, но жестко было. У меня получается... Сколько у меня пауза не будет. Ну да. Тоже работать начал все, да? Когда? Ну, и не... Конечно, с работы я припал, это не поздно, можно было поиграть, но... Да не. Играть-то это. Дома тоже надо что-то делать, и отдыхать надо. Нет, у меня что-то другое было. Я обнял вот сейчас пятницу выходной, в следующую пятницу опять выходной. Так что теперь будет пока пятничные стримы будут, короче, теперь. Ну, пятничные лучше, чем воскресные. Иногда да. Но у меня... В воскресенье по-другому, видишь, я в субботу часто работал, а теперь я уволился, короче, но на выходные пока две недели работать вообще не буду. Все, приглашение вылетело. Барин, привет! Началась весна, начались, мать его, свидания вслепую. Серьезно? Свидания вслепую? Прикольно. Да, барин, мне бы тоже какие-нибудь свидания. Вон, Миша, надо тоже, ну, блин, тебе надо этот, зантиндеровиться тоже. Тиндер. Пойдешь на Тиндер, сделаешь киндер, короче. Свидание вслепую. Не знаю. Когда у вас есть жена, зачем вы эти свидания вслепую? Ты уже знаешь, что тебя ждет. У меня никого нет. У меня, кроме кошки, которая меня дома ждет, и внук, который... Тоже ждет. Внучатый племянник. Он тоже тебя ждет? Ну да. Вот если бы вообще вот пустая квартира, никто бы не ждал. Вот у меня такой есть знакомый человек, у него вообще никого нет. У него автомобиль есть и все. Даже кошки, собаки нету. И вот это, конечно, ну, до того такой закрытый в общении человек, ну, то есть в одиночестве, да, это, конечно же, все. К сожалению, мне ищет родня. А зачем тебе родня ищет? Ну, вот интересно такое, родня тебе ищет. Ты что... Блин, сейчас пойдешь на передачу, барин, вот этого. Надо саму искать. Как она называется, саму. Блин? Сама... Родня ищет, почему? Ты же с роднёй всегда не сойдешься. Зачем тебе родня ищет? Сам встретишь. А если не встретишь, ну значит судьба такая. А когда родня ищет, они... Каждый под себя ищет. А они же не знают, что тебе надо на самом деле, да? Ох уж эти родственники. Так. Барин, скажу так. Ищи своим сердцем. Это лучше. Ищи сердцем, а не яйцами, точно. Есть такое. Ох. Когда чат мечтаешь, ты хорошо едешь, а
оказывается. Да ладно! Ты тоже заметил? Первый. Ты тоже это заметил? Да, ну это ненадолго. Это ненадолго, да. Это до следующего поворота, да? У тебя сейчас что за машина там? Макларен, наверное, опять? Нет. Моя самая любимая машина. У тебя, блин, 50 самых любимых машин, половина из них зеленая. Какая именно? Ну, вот зеленая? Смотри. До... Зеленая? Чарджер? Не-не-не, погоди, я тебе сейчас объясню. Давай. Когда я увидел какой-то там фильм с маслкаром, мне нравился Додж Челленджер. Да. Питер Бит и вертолет. Угу. Потом мне легковушка, внедорожник и грузовая. Потом мне нравилась Митсубиши. Угу. Потом Nissan Patrol и Питер Бит. Ну, Питер Бит из-за того, что у него большая спальная кабина. Угу. Сейчас мне вдохновляют, как он там называется, Бугатти Широн. Да. О. Хаммер H1. Чё-то телега. Широн и чё-то телега. И Питер Бит. Окей. Грузовик не меняется. Я тебя пытаюсь догнать на моей любимой тачке из NFS Shift. NFS Pro Street. Пока не получается. Висси, Лансер 10. Я пока еще не знаю. Понял. Я довольствуюсь тем, что ты идешь впереди. Даю тебе возможность первого. Я когда в чат не смотрю, реально, я сам заметил, что лучше еду. Но это так только временно. Ну и опять же, автомобиль сейчас у меня нормальный. Вот до этого я ехал на М3, Е46 М3, Most Wanted. Она у меня, конечно, уже вроде бы там все прокачанное, но до этого были такие соперники, что я сказал, не, ребята, придется мне менять. Я не смогу. Я брал гонку 400+, и я не могу. С первым я иду прям там ноздря в ноздрю, только я малейшую ошибку делаю, он сразу же уходит вперед, прям малейшую, да? И мне пришлось просто поменять автомобиль. Она вот на М3 BMW я тянул гонщиков, игры, где было 320-340, а у меня 400, да? Тогда еще окей. А выше не мог. Не получается. Ну да, есть такое. А вот здесь Porsche, он сделан, то есть у меня вот эти вот столбики, да, там, да, 9.8, 9.6, 10, 10, да? Да, там. И он уже прям здесь идет, прям... Я знаю, эта тачка, она в реале кайфовая. Если бы у меня такая в реале тачка была бы, блин, вообще прям. То есть, класс, аппарат супер. Для повседневной, конечно, езды он жесткий, тяжелый. Но так вот чисто на выходных, суббота, воскресенье кайфануть, прям то, что прописал, как бы, да. Внуков хотят, барин, ё-моё, ну, я знаю такое, да. У меня знакомая ситуация, но... Хотя я внуков начал делать-то уже, мне было 25, 26. Да. Я пораньше начал. Чё, приехал? Да, у меня тоже хотят внуков. А ты когда говорит внуков хотят, скажи, хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Вот это... Хотят, пусть делают. Обклеена она у тебя, конечно, клёво. Это она и есть. Ну я вижу, но я говорю, обклеена. Она такая ещё низко, где колёса прям. Ну-ка, чё за колёса у тебя там? Ну-ка, постань, подъедь сюда. Во, класс. Подходит. Ей прям идет, еще она такая раздутенькая, сейчас широкий этот. Я хочу на свидание, так, со списком заказа Long Island Ice Tea, хочу оплатить сразу за свидание. Ха! Я понял. Прикольно, это прикольно. Так, что, еще раз эту же гонку прокатим? Потому что... У меня, потому что времени осталось чуть-чуть совсем. Ну, мне надо будет сейчас моего 3-летнего с детского сада забирать. Хорошо. Этот 3-летний тоже был в детском садике. А, ну видишь, ну у тебя уже просто времени попозже, да. Мой, то есть, да. У нас сейчас получается. У нас сейчас 14:39, да? Он еще как бы. Детский сад до 3 сегодня, что ли? Да. Ну да. Тоже нравится им этот игры, не? Будет еще один гонщик. Пока еще нет.
Хотя еще рановато. Но он меня увидел тут, чем я тут занимался на компьютере на днях. Сел и давай туда, компьютер тоже по клавишам. Я говорю, так, стоп. Сейчас мне тут, ой, блин, взял. Ну все. Все, ну. Тут другое поколение подрастает. Вот это племянница. Да? Я ей настроил YouTube, ну, вернее как, ОБС начали настраивать ей. Ну, чтобы хотя бы записывать, да? Ну, пока да. Записываю, ролики можно заливать, а потом уже времени она... постарше будет, не, может, и стрим делать. Это, не, она играет в Counter-Strike. Ох! Ей 26 лет. А, ну, это рассказывал, да, вот было же день рождения недавно. Ну, 26-то уже можно и канал, в принципе, врубить, и все, и давай. Ну, вот я ей сказал, что канал лучше создать не российский, чтобы монетизация была. Там, в принципе, там-то я смотрел чувака одного, там, то есть указывать даже не обязательно, чтобы, ну, какая страна на Ютубе может это скрыть, да? Это, в принципе, без разницы. Все равно тебя по IP-адресу вычисляют, откуда это идет, да? Это во-первых. Ну там как бы другие пункты. А так, если партнерство кто-то предложит тебе, да, то есть какую-то рекламу, чего-то прорекламировать, ты все равно получишь какую-то копейку, да? Ну, об этом тоже надо не забывать. Опять же, если даже какая-то монетизация там, это... так мало мелко, ну, в таких вот, что, чем мы занимаемся в данный момент, да, то есть здесь ты больше донейшн, как бы в этом больше вариант плюс, донейшн алертс, ну, да? Да, потому это... что я смотрел, там сейчас есть новые функции, баннеры ставишь себе на стрим, рекламы, и там через это тебе быстрее копейка будет капать, если ты будешь часто стримы врубать, чем... Потому что монетизация, тебе надо миллионы просмотров на роликах, да? А стримы 5-часовые миллион раз просмотреть никто не будет, если ты не какой-нибудь такой суперизвестный человек. С этим нужно смириться. А вот ролики как раз-таки, вот, допустим, сделают на стрим 2-3 часа, с этого 5-минутных роликов нашлепать, да, прям таких сжатых, чтобы были с классной информацией. Не длинный ролик, и все. Вперед из песни, только за... Это же круто. Фига себе, 37... Ты видал, что мне написал этот барин в чате? Посмотри. Нет, я пока за рулем. Ага. Но мне надо и пиво пить, и руль крутить. 37 пунктов. Мама у тебя, короче, получается требовательная, да? А моя... Я когда начал с девушкой встречаться, сказал, мама, не вмешивайся, это будет наша семья. Не надо такое мне. Причем это и мама, и теща получила от меня по полной за это, чтобы не вмешивались. Потому что что толку, если они будут все время вмешиваться, свои вещи вставлять, но тебя тогда все равно дома жизни не будет, да? Это же у тебя сейчас был же этот Форд. Форд, да? Внедорожник. Рептор этот. Да. Я забыл, как ездить. Сорно. Ну, я тоже так же вот 2 недели назад сидел. Но... Ты забыл, как ездить. Не смеши меня, пожалуйста. Так, еще не круг. Я не за рулем, в настоящем не езжу, я пешком на работу хожу. А че? Машина сломалась? Ну, как бы мне надо отнести аккумулятор, чтобы его, там, эту жидкость слили, жидкость новую залили, у меня обслуживаемые. Я не беру те аккумуляторы, которые не обслуживаемые. Почему? Надо страховку делать, надо масло менять, и вот хожу пешком. Мне 25 минут на работу. Возьми аккумулятор нормальный один и все. У меня же жена звонит. Возьми мой аккумулятор. Олег, да. Аккумулятор, который сейчас у меня в машине стоит, он 16-го года. И чё? Он машину практически заводит. Ему только жидкость поменять вот эту, заново залить. Да, да. Что... вторая и четвертая чуть-чуть, ну, водичка чуть-чуть оголилась, а так еще нормально машина заводит. Угу. Только что в морозы завести не могу. Да у нас, кстати, я покупаю, уже не открывается. Вставил один раз аккумулятор, если нормально пользуешься, 8 лет, а потом новый и все. Ну, это у вас качество, у нас маленько другое качество.
Ну да, о. У некоторых 2 года и все, и аккумулятор говно. Да-да. О, жена уже. Сына ей забирай, говорит. Окей, давай, короче, я на этом месте должен остановить это все дело. Продолжим чуть попозже. То есть сегодня вечерком. Хорошо. Need for Speed Among разберемся по обстоятельствам, по настроению. А, это. В Epic Games этот ралли ты брал? Хороший вопрос. Что-то я брал. Давай потом попозже посмотрим. Мне кажется, да. Которые бесплатно раздавали? Да-да-да. Вроде бы да. Если да, там тоже можно в нее ездить, connection? Да. Кооп. А, ну все тогда. Да. В Эпике у меня там такой список, Миш. Она установлена уже. Нет, у меня еще не установлена. Но мне кажется, да, когда ты мне говорил, я заходил в Эпик, потому что мы тогда играли, знаешь, этот Fall Guys. Тоже прикольно, да. Кстати, штучка была. Разберемся. Ладненько, я побежал, реально, мне, чтобы детский сад не закрылся. Хорошо. Все, хорошо. Так, всем... До скорой встречи сегодня вечером на этом канале. Миша, тоже, ты не знаю, сейчас у тебя стрим был, нет? Нет. Если был, то... Ну, нет, так все равно «Медведь с пивом» канал. Позже отмечу, забегайте. Мы сегодня вечером продолжим здесь общение и игры. Все, всем пока-пока.